В этих автобусах самарцы ежедневно ездят по десяткам городских маршрутов. Чтобы сохранить безопасность и комфорт, специалисты транспортного предприятия дважды в день проверяют исправность машин. Утром перед выходом в рейс и вечером, но уже более детально. Вечером, когда автобус приходит в парк, водитель, механик его также осматривают. Если что-то выявляются, какие-то необходимые работы, они все выполняются в ночное время, и с утра автобус уже полностью опять исправен, он выходит на маршрут. Механики, словно хорошие врачи, знают все проблемы своих железных подопечных. В день через ремонтный цех проходит до 100 автобусов. Многие специалисты работают на предприятии десятки лет. Равил Кармышев недавно отметил свой профессиональный юбилей. На службе уже 40 лет. 25 из них работал водителем автобуса и 15 лет занимается техническим обслуживанием. Рассказывает, что работы хватает, но периодически ее становится больше, зависит от сезона. Но это никогда не страшило профессионала своего дела. Самое главное, чтобы автобус вышел в рейс вовремя. Когда вода начинает разъедать, и побольше карданов приходится делать весной и осенью. А летом вроде пока поменьше. Кроме технического состояния машин, на предприятии проверяют готовность к осеннему всплеску заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Ежедневно салоны общественного транспорта убирают, дезинфицируют все поверхности специальными средствами. Внутри транспорта работают рециркуляторы воздуха, а персонал предприятий проходит вакцинацию и медосмотры, чтобы обезопасить и себя, и пассажиров. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.